Главный праздник российского студенчества «Татьянин день» в Оренбургском госуниверситете начался с награждения победителей новых конкурсов, которые с этого года станут традиционными. Вместе с дипломами лучшему студенческому отряду, студсовету и профсоюзу ректор Жанна Ермакова вручила еще и фирменные пряники с символикой научной библиотеки ОГУ. Можно на память скушать, это съедобно, я проверю. Говорю от всех Татьян нашего университета, студенчества, сотрудников, преподавателей. Огромное спасибо. Очень мало кто так широко празднует этот день. МГУ, разумеется, празднует, потому что это их день рождения, и с них все началось. И ОГУ так широко празднует. Спасибо огромное. Для ОГУ 25 января – день особенный, когда вуз празднует еще и свой уже 23-й день рождения в статусе классического университета. Обязательным ритуалом является молебен в храме-часовне Святой Татьяны, покровительницы студенчества. По традиции российской высшей школы в этот день принято веселиться, радоваться, восхвалять альма-матер и тем, кто учится, и тем, кто учит. Как студентка и Татьяна в одном лице, хочу поздравить всех студентов с этим замечательным праздником, всех Татьян, пожелать всего самого доброго. Студенческие годы, пожалуй, самые лучшие годы в нашей жизни, поэтому пусть они будут яркими, веселыми, запоминающимися и светлыми. Еще одна добрая традиция – проводить в Татьянин день в ДК «Россия» объединенное заседание ученого совета университета и ученых советов факультетов и институтов, где подводят итоги за минувший год и отмечают за достижения в работе, учебе, спорте и общественной жизни лучших студентов и преподавателей, чествуют тех, кому присвоено почетное звание ветерана ОГУ. В своем докладе ректор Жанна Ермакова рассказала о достижениях вуза в 2018 году. Коллективу университета удалось в очередной раз доказать, что наш вуз является ведущим вузом региона и одним из лидеров образования в России. Впервые Оренбургский вуз представлен в одном из самых престижных мировых рейтингов университетов QS. По итогам этого рейтинга мы вошли в число 400 лучших вузов стран БРИКС и 300 лучших университетов стран развивающейся Европы и Средней Азии. Любой день рождения не обходится без гостей и подарков. Поздравить ведущий региональный вуз с праздником пришли коллеги из вузов-партнеров, представители областного правительства, Министерства образования и администрации Оренбурга. Действительно, ОГУ – это знак качества, это особый вуз. И вот сегодня в актовом зале городской администрации мы вручали знак отличия. Студент года 2018 года, выходили представители от каждого вуза. Но когда вышла вот эта огромная команда ОГУ, я думал, сцена не выдержит. Это была самая большая команда, которая получила знак отличия. Если бы не было таких у нас педагогов, то, конечно же, студенты не были бы у нас такими замечательными. Огромные слова благодарности хочу сказать. И, конечно же, вот сегодня, наверное, этот праздник воодушевил тех, кто закончил сессию зимнюю без хвостов. Без хвостов. Но с учетом того, что Жанна Анатольевна, как председатель Совета ректоров, обратилась в правительство, те, кто 5 раз не могут сдать хвосты, будут иметь возможность хирургическим путем отсечь их. Бесплатно! После каникул зимних. Мне повезло, я был студентом. Я был таким же молодым, и, наверное, те планы амбициозные, которые были в наше время, они, может быть, немножко были другие, но мы были такими же, как и вы сегодня. Молодые, дерзкие, которые мечтали о том, что мы сделаем очень много для нашей страны и для нашего города. Завершился праздник большим концертом с зажигательными номерами, подготовленными творческими коллективами студенческого центра ОГУ ДК «Россия». А коллеги из Международного казахско-турецкого университета привезли музыкальное поздравление в исполнении ансамбля «Бисултан».